Четвертый режим будем тестить? Привет, дорогие друзья, с вами Димас, Серега, Плагин, Данил Топ, пацанчики, поздравайтесь. Всем привет. Всем привет. Всем привет. Если пьете, кушайте, приятного аппетита, а мы сегодня тестируем, какой аниматроник самый быстрый. На счет три делаем забег. Раз, два, три. С шифтом, да, пацаны? Да. А, Серега, получается, кто я? Я самый быстрый, смотрите, даже жопой быстрее вас бегу. А Данил Топ там вообще, смотрите. Серега, я быстрее. Эй, ты что задом быстрее меня бегаешь? Эй, Майкл Джексон недоделанный. Нет, Серега, мы с тобой наравне, да, наверное, бежим? Ну да, не, на самом деле наравне. У меня просто, считай, еще подлагивает кабака. Этот еще бежит. Так, переключаем, другой режим. Сейчас. У меня режима нет на этом. Я знаю, будешь просто брать разных аниматроников. Все-таки там есть быстрые у нас. Раз, пока бежит. Два, три. О, этот режим побыстрее будет. Фокси, ты должен нас догонять, по идее. А я задом бегаю и жопой. Боком даже можно бежать. Чика, быстрее меня чуть-чуть. Да, я быстрее. А у них скорость одинаковая. Одинаково, да, мне тоже показалось, что одинаковая. Ну что, ребята, давайте третий режим. Вот этот режим, ребята, это очень злостный. В этом режиме они реально убивают всех, и у них скорость нереально быстрая. А что, может, давайте сделаем забег на пузе? Раз. Такого у нас еще не было. Раз, два, три. Эй, Фокси, за жопу тебя укушу. Не, смотрите, Фокси какой-то реально быстрый. Мы еще таких забегов смешных никогда не делали. Но мне очень нравится. Эй, Чикадла. Я очень медлен. Нет, ребята, давайте не будем, да, забег делать до конца, это очень долго. Давайте тогда сначала, ну уже тогда в обычном режиме, вот в таком сейчас. Раз, два, три. Я фальштарт сделал. Фокси! Нет, мы с Фокси одинаковые, да? Да. Да, Чика отстает. Чика чуть-чуть отстает. Так, ребята, а какой есть четвертый режим? Четвертый режим будем тестить? Раз, два, три, да. Да нет, так нечестно. Я победил. Не-не-не-не-не. Хорошо, хорошо. Давайте тогда берем других аниматроников с этого пилпака. Они реально крутые тут. Кто эндоскелет? Давайте эндоскелет. О, давай. Хорошо. Я возьму тогда обычного Фредьку. Эй, Килекс, ты медленный будешь? А, да, очень медленно. Да-да-да, даже не бери его, он очень глупенько бегает. Давай. Ну что, в обычном режиме, да? Раз, два, три. Пока. А что я медленный? Эндоскелет, говно, иди сюда. Ой, я не тот режим нажал. Не тот. А я быстрее эндоскелета. Ой, микрофон бросил. Да что творится, я не то живу, я все подряд живу, пацаны. Я, короче, проиграл. Я не буду отрицать, я проиграл. Это очень медленный режим. Так, второй режим. Во, ты что, летаешь? Да это нечестно! Ты сейчас выиграешь по-любому. Ребята, давайте перед тем, как мы начинаем бежать, напишите в комментариях, кто из нас сейчас будет самым быстрым. Раз, два, три. Беги, понятно. Я все-таки, Серега, надеялся, что эндоскелет будет быстрее. Нет, ты чё, это Golden Freddy, он летает. Ты летающий. Золотой Фредди. Я второе место занял. Ну я как всегда взял Рахита какого-то, который перед руками бежит. Так, ну что, давайте, третий режим. Вот в этом режиме я вам сейчас задам. Он микрофон бросил. Два режима. У тебя два режима? Да. А, ну тогда. У меня тоже два. Давайте побегу. Нет, я медленный все равно. Golden Freddy в этой битве победил. Так, кто у нас там еще? Второй пак еще есть. Фурпул Фредди. Давай, Фурпул. Давайте я тогда возьму Фурппр 2Е. Шика. У него нет режима, кстати. Просто будем тестировать. Раз, два, три. Ой, Чика, смотрите, как летит красиво. Чика. Ой, это марионетка, извиняюсь. Запереживал. Круто. Я что, выиграл?
Или мы одинаково? Вы? Мы одинаково. Одинаково. Понял. Понял. Так, давайте тогда другого возьмем. У нас все. О, у нас такой есть эндоскелет. Ну что, вы готовы? Один, два, три. Давай, скелетушка, беги, ты сможешь. Пока. Нет, быстрее. Серега. Я нет, быстрее. Нет, 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 нет. Да-да-да, я быстрее, Дима. Да, ты реально я быстрее. Я вас догоняю. Каким образом? Не, ты что, гитару выбросил? Так, другой режим. Нету такого другого режима. Хорошо. Так, него... У нас есть еще. Вот. Нету. В этом пилпаке нету режимов. Берите других. О, я возьму вот. Кого? Вот. Я Боньку взял золотого. О, прикольный. Сейчас он поднимется. Нет, так резко встаёшь? Не я, это эндоскелет. Это... Не-не, я же говорю, что он пусть поднимется он. Эндоскелетушка. Один, два, три. Блин, да что я медленный такой? Вообще зачем это все? Что за бред? Это реально медленно. Ставьте лайкосик, подписывайтесь на канал. Ролики выходят каждый день. Стараемся записать что-то очень интересное. Да. О, это есть другой режим, кстати. В этом есть такие паки. Разные режимы у некоторых аниматроников. Ну что, вы готовы? Да. Один, два, три. А вот теперь я уже побыстрее пока. Буду. Я быстрее. Да ты на скейте каком-то лупаш. Ты, у тебя батарея заряжена, а у нас разряжена уже. Так вас там махаю. Давайте тогда возьмем Фу ППР 3. У нас есть Чика вот такая вот. Которая очень классно вылазит анимация на высшем левеле. О, вот так будет видно, как она вылазит. Смотрите на автомат. Смотри. О, прикольно. Может нам снять ролик все анимации аниматроников? Можно. Кстати, мы такое еще ни разу не снимали. Ребята, если вам нравится идея, где мы будем снимать все анимации и все прикольные штуки, которые может делать аниматроник, все в одном ролике сделаем, напишите в комментарии. Мы хотим. И мы это обязательно сделаем. Ты что там нюхаешь землю? Давай нормально. Ну что, вы готовы? Один, два, три. Эй, я медленный, Фокси. Бей его, бей, бей, бей. Эй, нечестно так. А, ты же скример кидаешь. Да. Я еле бегу, а я тебе тоже буду кидать. Серега. Нет, отстань от меня. Серега, мы с тобой одинаково, да, бежим? Да, да. Не, я побыстрее. Разве? Мне кажется, одинаково. Да, чуть-чуть быстрее бежишь. Никеля. Трошечки-трошечки. Так, другой режим есть у меня? Нет другого режима. Хорошо. О, смотрите, кого я взял. Фредьку, как и я? Нет, бери лучше. А, да, это Фредька. Я теперь этот Спрингтрапа попробую. Давай. Вот, смотрите, это у него простой режим. Первый режим. Это был? О! Вот этого возьмем. Был тоже, я помню, был. Вот с этого пака. А у этого брали? Нет. Нет. Один, два, три. Я медленный. Классный, классный. Ты гадина. Классно бегу? Со всей силы. Я всех уделал, просто всех. Нельзя так делать. Так, это у него ТП-ханья. Хорошо. У нас есть Фокси, это тоже быстрый аниматроник. Сейчас я режим другой подрублю, и вы увидите, насколько Спрингтрап быстрый. Пока мы с Голден Фредди выиграю, да, всех, кто-то летающий? Да. Понял. Так, сейчас он челюху поправит. Ой, Серега, он вроде медленный будет, наверное. Ну давайте проверим. Один, два, три. Я даже могу вокруг вас бегать, смотри. Эй, пусти меня! Я очень быстрый, классно бежит со всей силы. Говно, я медленный. О, стойте, подождите. Батарейка села. Сейчас на зарядочку. Опачки. Это такой же режим? Да, такой же. Хорошо. У нас есть... Вот, я быстрая башка. Я знаю, что его сейчас выиграю, потому что это самая быстрая голова среди аниматроников была в тот раз. Давай. Но учитывайте, аниматроники после того раз много раз обновлялись, так что, может, что-то изменили. Один, два, три.
Они даже бегут, смотрите, я потом стартану, потому что я первый буду. Ё-моё, я, блин, не знаю, дохлый. Короче, я это... Нереальная скорость. Не буду его больше врать, потому что он очень быстрый. А я уже тут был. Ты врёшь. Не вру. Так, пацаны, берем. Так, есть режим? Нет режима. Взяли всех? Так, Марионетыч. Сережка выбирает, кого же взять, чтобы выиграть. По-любому хочет затащить. Гонки на аниматрониках. Трассу взять и это сделать забег на, за аниматроников, ну? Во-во-во, Димас, помнишь? Да-да-да. А, так, так ты сейчас выиграешь, Сережка. А я знаю его, потому что это вари... Скраб Бэйби. Один, два, три. Давай, беги! Быстрее ногами шевели! Да не, у него шарниры на ногах слабенькие. У меня просто смазан, это, подшипники смазаны, вот и шустрый. Да, Сережка, тебя не догнать. Это кто? Это Димас там бежит? Не-не-не-не-не. Давай сделаем забег, кто из нас самый быстрый. Ты же быстрый самый. Давай. О, давайте кто-то возьмет у того летающего Golden Freddy. Вон, взяли эту. Давайте, ребята, сейчас будет у нас выяснение, какой же все-таки аниматроник самый быстрый. Так, ребята, взяли золотую голову Фредди, летающего Golden Freddy и Scrap Baby. И фиолетовый Фредька. Один, два, три. Давай, фальшстарт! Ты меня не догоняешь? Непонятно, кто из нас быстрый. Давай, Серега, ты отсчитывай. Сейчас он добежит к нам, ждем полчаса. А, он тут. Давай, давайте кто-то из вас отчитывайте, то я фальшстарчу. Так, три, два, один. Сережка, я быстрее! Нет, мы одинаково. Нет, я тебя догнал. Нет, ну с трудом. Значит, если я тебя догнал, значит я быстрее? Давай еще раз сделаем забег, чтобы было без споров. Давайте, не ты, не я, кто-то другой пусть отсчитывает. Давай. Давайте, три, два, один. Кто быстрей? Да нет, там Серега быстрей. А нет, Димас быстрей. Я быстрей? Да, ты быстрей. Если понравилась эта серия, вы хотите еще? Ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, вступайте в ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока. Ты сейчас...